Они распускают негативных историй и сплетен о своих компаниях, а в целом их производительность труда на 1,4 выше, чем у сотрудников, отметивших свое равнодушное отношение к бизнесу компании. Так что не бойтесь и не стесняйтесь вкладывать средства и время в лояльность своих сотрудников. Семинары, которые проводят лучшие бизнес-тренеры и консультанты России. Темы семинаров самые актуальные, потому что их задают наши зрители, владельцы и топ-менеджеры малого и среднего бизнеса. Это сериал, где есть место драме и комедии, разочарованиям и открытиям. Это реалити-шоу, в котором на глазах зрителей